Всем привет, ребят! Очередной обзор на два бензовоза, ребят, на ЗИЛ и на Урал. ЗИЛ видно старый еще, ребят. Все, послевоенный, че какой там он. Вот такой у нас ЗИЛок. Тоже ржавый. Такие текстуры, как будто старые. В кабине у нас тут сотни, тахометр, рычаги. Так. Ничего не анимировано. Прибор вроде горит. Поворотники не работают. Есть, есть, у него нема ни поворотников, ребят, копы горят, а поворотников нету. У нас убираются щитки у него на букву К. Вот его движочек. Но тоже не анимированный, так сказать, сделан, но не сильно, не анимированный. Вот, короче говоря, ребят, такой ни о чем. Трехмостовый у нас. На 12 тысяч литров у него бак для объема перевозки топлива, ребят. А теперь у нас на очереди идет Урал. Тоже такой, как будто старый. Зеркала тоже не рабочие. Панель не рабочая. Ну, подсветка хоть есть. Тут поворотники работают. Тут поворотники работают. Мосты тоже не анимированы. Ну как сказать, ребят, то же самое. Грузовик ни о чем. Мое, ребят, решение. У него ни хрена ничего не анимировано. На вид старый и так, ребят. Ну, не очень грузовичок. По моему мнению, ребят, не сильно. Недоделанный или как сказать. Сделанные, ну, не до конца. Ничего не анимированное. Вот его тоже вроде бы. Ну да, не анимированное ничего, ребят. По мне, не знаю, ребят. Кому будет интересно, я ссылку на этот мод оставлю, ребят. Как по мне, не моды недоделанные. Ничего не анимировано, никакого. На вид страшные какие-то. Ржавые все. Как сказать, ребят, моя оценка из 10 на тройку, ребят. Эти моды на тройку. Будем теперь, ребят, оценивать мод на троечку, ребят. На этом все. А, забыл. Покажу и в магазине, они продаются где? Грузовики, вот он. Урал у нас. У него ж бакс на 600 литров, 75 лошадиных сил, это вообще... Не знаю, с 12 тысяч литров. И вот тоже у нас 75 лошадиных сил у грузовика. 12 тысяч литров. Написано Урал Next. Урал Next, короче. И в описании не то. Также с подбором бревен, блять, мешки, подводить семена, удобрения. Короче, вообще, ребят, эти грузовики, так сказать, ни о чем. На этом все, ребят. Ждите новых обзорчиков.